Добрый день, в эфире программа «Дневной разворот». И ведут сегодня передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. На самом деле, мы уже не первый раз сегодня произносим в микрофоны эти фразы. Ну, приоткроем небольшой секрет. Мы с 10 часов утра записывали первую часть «Дневного разворота», которая выйдет в понедельник. Да. У нас в гостях были президент Советской торгово-промышленной палаты Николай Липатников и Сергей Филатов, член Союза журналистов, журналист-международник, преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО, блогер и прочее. Там очень длинная должность. Так что очень интересный получился разговор. Рекомендуем дослушать в 11. Говорили о международной журналистике, о том, как связана наша торгово-промышленная палата с этой темой. Она действительно связана. И не только торгово-промышленная палата, и вообще как Кировская область вот связана с международной журналистикой, скажем так. Да. Рекомендуем в понедельник в 11. Что касается культпохода, сегодня после 12.05 он обязательно будет. У нас сегодня будет баянист. Да, Валерий Семин, заслуженный артист России, певец, композитор, руководитель группы «Белый день». Сегодня Валерий будет выступать в областном доме народного творчества. Вечером и билеты мы будем разыгрывать на этот концерт. И кроме того, у нас есть масса других призов, и книги, и пригласительные, и билеты, и так далее, и так далее. Так, запоминайте номер нашего телефона 211-101, и не забудьте, что мы будем задавать вопросы, и будете давать на них ответы. Ну, а дневной разворот остается дневным разворотом, и у нас гостья, это Марина Никонова, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. Еще раз повторю, Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, чтобы придать значимость, так сказать, да, я думаю, все нашему уже разговору. Все уже осознали значимость. Добрый день. Орган серьезный, Федеральная антимонопольная орган служба. Орган серьезный, да, контролирует очень много сфер нашей жизни, не только у бизнеса, а в принципе все мы так или иначе с этим сталкиваемся. Ну, надо признаться, что в первую очередь Николаю Голикову было интересно пообщаться с руководителем управления УФАС, как потому, что, да, главным редактором журнала «Товар, деньги, товар», который тоже довольно-таки много пишет о жизни антимонопольной службы и публикует статьи специалистов этой службы, потому что для бизнеса это очень интересная информация, крайне интересная и полезная информация. Мы практически в каждом номере публикуем, да, свои статьи. Я думаю, что эта традиция будет продолжаться и далее, потому что спрос на них, безусловно, есть. Узнать все из первых уст всегда интересно. В общем и целом, мы тему обозначили новшества в работе Федеральной антимонопольной службы, чтобы донести их до вас, наши слушатели. Ну и начинаем, собственно, с первой темы, которую мы заготовили. Да, мы как раз вот еще перед эфиром поговорили, что мы довольно много у нас уже наших передач было связано вот с темой, которая такая новая стала, слово такое «концессия», да, то есть внедрение вот этих вот концессионных соглашений в сферу жилищно-коммунального хозяйства. И если, условно говоря, вот мы тут были, у нас приезжали, помнишь, та делегация, которая ездила в Ижевск, смотрела, изучали, как это происходит, опыт, да? Если в крупных городах это происходит нормально, вот этот вот переход на новую какую-то систему работы ЖКХ, то в наших муниципальных образованиях с этим огромные проблемы. Во-первых, потому что это очень сложно и документально оформляется. Очень сложно найти вот этого инвестора, потому что, если понятно, большой город, крупный город, это лакомый кусочек, да, где можно на самом деле воплотить свои инвестиционные программы и заработать на этом, то, условно говоря, в каком-нибудь сельском поселении это маловероятно, малоперспективно, и найти концессионера очень сложно. Тем не менее... Но он же должен на этом зарабатывать, а как он там? На чем он там заработает? На чем он там заработает? Если еще принять во внимание, в каком состоянии там находятся сети, если в городе Кирове, то они у нас, извините, там изношенность, боюсь соврать, довольно высокая, то там-то вообще это просто прошлый век. Вот. И в связи с этим были очень большие сложности, да, и даже вот, насколько я знаю, УФАС довольно активно работал, наше кировское управление, выявляя вот эти нарушения, которые в муниципалитетах происходят. А в июле этого года Верховный суд России, вот как я прочитал, меня это очень сильно удивило, там вынес определение, и в этом определении было так вот написано, что, оказывается, вот эта старая система работы, да, когда... Органы местного самоуправления. Это да? Когда сети находятся в муниципальной собственности. Да, они на праве хозяйственного ведения передают муниципальному унитарному предприятию, как это раньше было, да? И оказывается, это, хотя вроде бы противоречит одному из законов, да, но не противоречит, как я понял, Гражданскому кодексу. И, признав так верховенство вот именно кодекса над законом, сказали, что это можно снова так делать, как было раньше. Но ведь, насколько я понимаю, Марина Леонидовна, вот последние годы было много информации вот как раз у вас на сайте о том, что вы... фиксировали вот эти нарушения, да, и какие-то предостережения там выдавали. Вот расскажите, как раньше это, вот, к этому относился УФАС? Ну, если начать с предыстории, да, то до разъяснений, которые Федеральная антимонопольная служба направила территориальным органам, это было 5 октября 2015 года, то как раз у Кировского УФАС был именно такой подход, что органы местного самоуправления могут передать свое имущество
хозяйствующим субъектом. Ну, как правило, МУПом, это муниципальным, да? Муниципальным, конечно. Муниципальным, да, в какой форме, да, уточним? Предприятием, да, на праве хозяйственного ведения. И мы такие разъяснения, да, не разъяснения, а, скажем так, консультации давали органам местного самоуправления, и вроде бы было все нормально, да? Угу. Значит, в 2015 году вышли разъяснения Федеральной антимонопольной службы, и, соответственно, Федеральная антимонопольная служба нам указала на то, что объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, они не могут передаваться иным путем, как по концессионному соглашению или в аренду, но путем проведения публичных процедур. Конкурса, да. Давайте еще раз сейчас поясним все-таки разницу между арендой, концессией, вот эту терминологию. Я думаю, нужно это сделать. Ну, как бы аренда-то и сейчас допустима, но аренда сейчас, я понимаю, почему она невыгодна, потому что это краткосрочная. Подождите, да? Аренда допустима передавать в аренду, если имущество не старше 5 лет. Угу. То есть это невозможно? Это на самом деле невозможно. Невозможно получается? Да. Почему? В аренду можно. Да. В аренду, ну, можно. Где же у нас имущество не старше 5 лет? Ну, вот. Его у нас просто нет почти. То есть, если говорить о ресурсоснабжающих. Исключается этот способ передачи, остается только одна концессия, да? Практически одна концессия, да. И а концессия в связи с чем это вот изменение было? Какой-то новый закон приняли, по-моему, то ли о теплоэнергетике, то ли что-то такое. Да, это были законы, 2 федеральных закона было принято. Законы о теплоэнергетике, о теплоснабжении, вернее, и федеральный закон о водоснабжении и водоотведении. И в этих законах были, значит, установлены нормы, которые обязывают передавать имущество, используемое в процессе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по концессионным соглашениям. Угу. То есть вот с этого момента как бы оказалось, что вот так, как раньше отдавать МУПам хозяйственное ведение, уже нельзя. То есть изменилось, да? Это было когда, в 2015 году? Это 2010-2011 год. Еще даты, раньше? Даты принятия этих законов. Поэтому я вам говорю о том, что до 2015 года, пока не было разъяснений Федеральной антимонопольной службы, мы придерживались именно этой позиции. Разъяснения для нас, разъяснения Федеральной антимонопольной службы, они являются официальными. Федеральная антимонопольная служба имеет право давать такие разъяснения, а территориальные органы обязаны придерживаться действовать тех, в соответствии с этим, конечно, придерживаться тех разъяснений, да, которые нам направляет центральный аппарат. Соответственно, значит, здесь встала, конечно же, проблема у сельских поселений. Так как отсутствует финансирование, оно недостаточно, надо было еще и регистрировать это имущество, что тоже затратно. Это тоже затратно, да, очень затратно. То есть некую ревизию, да, провести, да, его, да, 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 и зафиксировать. Вот это у нас есть. Но если что-то передается по конституционному соглашению, должно быть все это прописано четко. Опись, так сказать. Опись должна быть имущество. Да, это тоже денег стоит. Да, конечно, они это имущество должно быть зарегистрировано в установленном порядке, и только тогда оно могло быть передано по концессионному соглашению. С 1 января этого года вступили изменения, которые позволили, значит, не регистрировать это имущество при передаче. Регистрация уже осуществляется позднее. И, соответственно, вот здесь, конечно, были такие некие поблажки, да, которыми могли воспользоваться органы местного самоуправления. Но, тем не менее, сама процедура проведения вот этих публичных процедур, да, конкурсов, мы понимали, что вот эти конкурсы, проведение этих конкурсов, оно заканчивалось, в принципе, плачевным исходом, да, оно не имело своим результатом как раз... Ну, появление концессионера, собственно говоря, да. Появление тех интересантов, которые бы могли зайти и работать на рынке предоставления коммунальных услуг. А так как услуги эти предоставлять надо беспрерывно, то есть как бы без собственника-то тоже ведь нельзя, получается, так? Да, конечно. А конкурс заканчивается тем, что на него просто никто не заявляется. Да. Вот. Тупиковая здесь, была ситуация. Да, здесь тупиковая ситуация, но тем не менее, если орган местного самоуправления не руководствовался этими процедурами, соответственно, мы выдавали предупреждение об изъятии этого имущества в муниципальную казну. То есть, если орган местного самоуправления как заключил договор и передал имущество МУПу, да, да, то вы без признавали проведения, да, без соответствующих процедур. А на эти процедуры как никто не заявляется, как они бы они не проводят. Обязаны, да, были вернуть имущество в казну. То есть, соответственно, вот эта передача признавалась как бы несоответствующей закону, да, да, и конечно, приходилось возвращать в казну, и это снова оставалось там, и никто этим не занимался, получается так. Почему не занимался? Нет, ну как бы кто-то же должен был заниматься теплоснабжением, если имущество опять в казне, а не
у МУПа? Ну, вот мы выдавали таких предупреждений 4. Угу. Это на, по области? Это по каким населенным пунктам, так, для примера? Мы выдавали городу Вятские Поляны, администрации города Вятские Поляны. Мы выдавали Апаринскому району, поселению. Там, сельскому поселению. Да? Дальше Котельническому. Сельскому, в Котельническом районе сельскому поселению. Ну вот еще одно на память сейчас не приходит. Ну, вот ну в общем, так года. Достаточно так да. разбросано. Разбросано, да. По вот. Территории области. 3 из 4 предупреждений было исполнено. В данном случае, если предупреждение исполняется, антимонопольный орган дело не возбуждает и, соответственно, не привлекает к административной ответственности за данное правонарушение. Штрафы? Штрафов а вот нет. А четвертое вот этого дела, а которое четвертое осталось? Не исполнено было предупреждение, антимонопольный орган был вынужден возбудить дело. Мы дело рассмотрели о нарушении антимонопольного законодательства, признали факт нарушения статьи 15 закона о защите конкуренции. И, соответственно, значит, наше решение пошли обжаловать в арбитражный суд. В процессе обжалования... Сейчас идет этот процесс, там продолжается ли? В процессе обжалования Верховный суд выносит определение. А, вот как раз появилось это определение, да, ясно, теперь, да, интересно. Вот, значит, в процессе обжалования Верховный суд выносит определение, которое полностью, значит, меняет позицию, которая сложилась уже, в принципе, даже и в арбитражной практике. Ведь предыстория дела была такова. Антимонопольный орган признал так же, как мы, факт нарушения за органом местного самоуправления. И, соответственно, уже там пошло обжалование. Первые две инстанции были на стороне антимонопольного органа, а касация как раз и отменила решение судов. Ну, то есть, если две первые инстанции уже были, занимали вашу позицию, да, то получается, да, что уже как бы, ну, считается, вступил в силу, да? А там этому муниципалитету что, его штрафовали или там замечания сделали, что там? Не помните, какая санкция была? Нет, там дело в том, что пока рассматривается дело, а потом уже... А, только потом уже, да? Конечно, мы всегда ждем, какой судебный акт будет принят по результатам обжалования. Соответственно, несогласная сторона обратилась с жалобой в Верховный суд, и вот Верховный суд уже окончательно вынес определение. И выводы суда, они строятся на том, что значит, орган местного самоуправления вправе передавать на праве хозяйственного ведения имущество. И это не противоречит нормам антимонопольного законодательства. И та специальная статья, которая... в законе о теплоснабжении, там речь шла об объектах теплоснабжения, да, она как раз не связана с тем, что имущество, муниципальное имущество может быть передано муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения. То есть суд однозначно сказал, что здесь нет нарушения антимонопольного законодательства. И после того, как значит, определение суд вынес, антимонопольная служба направила в территориальные органы новое разъяснение 4 октября 2017 года. То есть это совершенно очень новая информация такая. Да, конечно. Так, давайте сейчас небольшую паузу все-таки сделаем. Напомним, что беседуем мы с Мариной Никоновой, руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по нашему региону. Буквально полминуты и продолжим. Не все. Да. Продолжаем нашу беседу. Я задал простой, по-моему, вопрос, который, наверное, многие хотели бы озвучить. Вот концессию обязаны сейчас все муниципалитеты сделать? Вот по новым правилам. Вот, но предоставлять как тепло, я понял, воду. Как я понял, это определение Верховного суда, то как бы есть вариант обойтись без концессии. Правильно ли я понял, Марина Леонидовна? Но есть сейчас одно исключение. Это исключение для имущества, муниципального имущества или государственного имущества, передаваемое государственным или муниципальным предприятиям на праве хозведения. То есть, в принципе, ведь у нас почти все тепловые сети не находятся в муниципальной собственности либо в государственной собственности, да? То есть, получается, что это исключение довольно-таки широкое. Исключение, конечно, широкое, да. Вот. И значит ли это, вот как мы опять же в перерыве тут спросили, что должны ли все-то на концессионные отношения переходить? Получается, что все-таки не все. То есть, есть вариант работы... Или никто вообще не обязан переходить?
Нет, подождите. Есть вариант. Вот давайте будем исходить из того, что определение Верховного суда, оно имеет отношение и очень большое значение для маленьких сельских поселений. Да? Оно не должно быть нормой жизни. То есть это как исключение. Что такое концессионное соглашение? Да? Это форма частного партнерства между государством и инвестором. Мы все заинтересованы в том, чтобы наши сети, и тепловые, и водопроводные сети, канализационные сети, да, они реставрировались, они реконструировались, модернизировались. И как раз концессионное соглашение, оно направлено именно на это. То есть инвестор, понимая, что он заключает концессионное соглашение и вкладывает средства в обновление сетей, а затем он получает от этого свою прибыль. В этом заключается суть концессионного соглашения. Здесь интересы есть у каждого, есть у органов власти интерес в том, что сети будут приведены в порядок, и есть интерес у самих участников этих отношений, тот, кто пришел, кто заходит на этот рынок. У инвестора, собственно, да, потому что собственно он, говоря, у инвестора. Вкладывая деньги, потом он получает прибыль. Потом за счет чего? Прибыль. Естественно, за счет тарифов. За счет тарифов, мы же говорили как раз об этом, что идет повышение тарифа, но чуть-чуть сверху. Подождите. Тариф будет расти? Да. Вот смотрите, здесь в чем суть заключается. Сейчас у нас есть тарифы на теплоснабжение, там водоснабжение, водоотведение. Ну, да. И все мы знаем, какие затраты несут наши ресурсоснабжающие организации, крупные и мелкие, на то, чтобы поддерживать эти сети в состоянии работоспособном. Это большие затраты. А представьте, если эти сети будут заменены на новые. Это не будет тех затрат, которые мы... Значит, которые ресурсники тратят на то, чтобы латать дыры, раскопки, с утечками, со всеми этими и так далее. Поэтому здесь не предполагается существенного увеличения тарифов. Вот мы говорили по Ижевску, когда там на три года, да, вот как бы разбили они вот эти вот повышения тарифов, условно говоря, если вот по... должны повысить не 4% в следующем году, да, то там повышение будет на 6% в следующем году процентов. То есть, в принципе... Да, это не противоречит закону? Там есть какая-то планка выше, которая невозможна? Условно говоря, что для потребителя гигакалория станет на 40 рублей дороже. Это не такая уж страшная повышение цены. При ее стоимости там 120 рублей? 1900 с чем-то рублей было, стало 2000 с копейками. То есть, там очень небольшое получилось повышение. Здесь суть тарифа образования заключается в том, да, что... Это тоже полномочия ФАС? Вы тоже за этим, да, следите, как образуется, собственно, конечная цена для потребителям. То есть та служба, которая ранее занималась регулированием тарифов, Федеральная служба по тарифам, она упразднена, и ее функции переданы Федеральной антимонопольной службе. И сейчас тарифообразование как раз оно в руках антимонопольной службы. Так ваших? Ваших руках, да. Для меня открытие. Да что РСТ у нас сейчас уже не существует? Нет, РСТ как региональная была. Служба по тарифам. Это орган исполнительной власти субъекта. Здесь ничего не меняется, но само законотворчество в этом плане, да, оно, конечно же, за Федеральной антимонопольной службой. Вот Федеральная антимонопольная служба сейчас огромное внимание уделяет этому вопросу. Подготовлен законопроект о тарифном регулировании, да, который, в принципе, должен поменять подход к тарифообразованию. Это мы уже в другую сферу уходим. Значит, но все-таки это важно, да. Мы говорим сейчас о том, каким образом изменятся тарифы. Тарифы, да, на определенном этапе, первоначальном, они могут иметь рост, вот как вы привели пример вот Ижевска. Вот Ижевска, да, там у них уже это реализуется, но целый год. Но это небольшой рост. Небольшой рост, на самом деле. Но потом предполагается все-таки снижение тарифов. Или снижение темпов роста тарифов. Просто есть все равно это... рост тарифов он неизбежен, потому что инфляцию уж никуда не деть. Ну, инфляция вот. Это один из факторов, да. А здесь просто он будет чуть выше уровня инфляции на какой-то срок, после чего концессионеры уже вот за счет того, что они получили, смогут работать и снижать свои затраты. И позиция Федеральной антимонопольной службы уже озвучена, скажем, и годом ранее, да. Сейчас тарифообразование строится по принципу инфляция минус. Если ФСТ инфляция плюс, то ФАС это инфляция минус. То есть тарифы не могут расти выше, чем инфляция. Но это мы как бы возвращаем, говорим про концессию, когда речь идет о том, на какие средства, собственно говоря, концессионеры вот начнут свою работу по обновлению вот этой вот сети. Но в этом году заинтересованы, в принципе, и конечные пользователи услуг – это население.
Ну, потому что, когда эти трубы рвутся, сейчас зимой ведь у нас все это происходит, мы же это видим, да? По-прежнему аварии происходят, и люди остаются без тепла. Никому это не нравится. Ну, не то, чтобы не нравится. Это в принципе, быть не должно. В принципе, быть не должно, но так как сети изношены, а потом большие перерывы в водоснабжении. А каковы полномочия у ФАС будут потом по контролю за деятельностью концессионера? Насколько он будет вам... Подождите, это в плане того, что эти тарифы... Нет, когда, собственно, тогда... непосредственно уже реализовываться будет вся эта процедура, скажем, система. Кирове, когда наконец договорятся, здесь, да, смотрите, здесь, пойдет речь об изменении здесь тарифов. Здесь будет инвестиционная программа, да? Эта инвестиционная программа утверждается и, соответственно, закладывается в тариф. И далее уже за исполнением этой инвестиционной программы будет следить тарифный орган. И уже регулировать тарифы с учетом выполнения положений вот этой инвестиционной программы. Угу. Если не будут вкладываться средства, соответственно, о чем мы будем говорить? То и повышения тарифов как бы не будет тогда, не будет оснований, конечно, для его повышения. Я просто хочу еще вернуться вот к этим маленьким сельским поселениям, вот когда вы говорите, что концессия позволяет... Ну, модернизировать как бы, но когда мы передаем МУПу, мы тоже можем обременение такое некоторое заложить в договор, что, ребят, вы тоже его модернизируете, да? Ведь они тоже могут так поступать без концессии или нет? Сложный вопрос, да? Интересный вопрос. Но опять же, все зависит от того, сможет он вкладываться, да, туда или не сможет. Понимаете, это же муниципальное предприятие. Средства. Бюджет один. Где средства? Бюджет муниципалитета. Да. Они могут уже они сами могут привлечь партнеров. Сейчас по срокам, ладно, это уже, сейчас по срокам реализации, да, вот этого конституционного соглашения в областном центре известны сроки? Вот, ну, говорили насколько прошлом, знаю, пока эфире. Говорят, что еще на уровне рабочей группы, потому что есть много вариантов вот этого как раз вот повышения тарифов. Но сейчас проводится пока предварительная работа, да, по подготовке самого конституционного соглашения, где будут оговорены все условия. И в частности был представитель городской администрации, говорит, что еще вот эта регистрация, это имущество не закончено. Mm-hmm. Вот как-то он не говорил насчет того, что это можно потом сделать. Он говорил, что надо обязательно сделать. Это процедура, в которой много сторон участвует. Городская администрация, антимонопольщики, правительство области, правительство выступает, да, ресурсники, которые сейчас занимаются этим. Давайте мы скажем, что антимонопольщики участвуют постольку, поскольку осуществляют контроль за всей этой процедурой, только в этом плане. Но это тоже важное дело, контроль. Но у вас широкие полномочия в этом отношении тоже, конечно. Ну что, мы более менее прояснили ситуацию. У нас еще одна тема. Для будет. Маленьких сельских поселений как бы сейчас все-таки некоторое облегчение выйдет. Ну да, конечно. Да. У нас еще одна тема будет тоже интересная. После небольшой рекламы Марина Никонова, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, у нас в гостях. Мы продолжим через полторы минуты. Продолжим. Более-менее разобрались. Да, и причем, Владимир, я тайну, да, ты немножко так переживал, что как так с антимонопольщиками? Интересные беседы может не получить. Слушай, у меня давно таких интересных разговоров в студии не было. Вот. Второй вопрос, который мы хотели бы рассмотреть, он связан с той работой, которая у ФАС многопрофильное такое предприятие, если можно так сказать, да? В том числе это контроль над соблюдением антимонопольного законодательства хозяйственными субъектами, можно такую длинную формулировку, осуществляющую свою деятельность в условиях естественной монополии, то есть по-русски говоря, с монополистами. Монополисты. Да, монополисты. Это поставщики электроэнергии. Ну, вообще, монополистов очень большой класс, но в данном случае речь идет как раз о... Ну, чтобы ближе к людям. Поставщики электроэнергии, там, теплоэнергии, водоснабжения, газоснабжения. То есть вот такие естественные монополии, о которых мы все знаем. И вот такое прошло сообщение о том, что в связи с принятием 4-го антимонопольного пакета, вот так называемого, да, нарушения, которые допущены субъектами вот этих естественных монополий, вот фразу сейчас скажу, и после этого сразу задам вопрос, перешли из сферы антимонопольного контроля в сферу административного. Боже мой, сколько всего непонятного. Марина, давайте разбираться. Что значит перешли из сферы антимонопольного контроля в сферу административного? Что такое 4-й антимонопольный пакет? Что вот это, собственно говоря, значит? В том числе вот как бы вот для тех, кто на этом рынке работает, тех, кто связан с этими монополиями, пользуются их услугами, я имею в виду хозяйственный субъект. Ну, давайте вот я начну, наверное, с того, что есть закон о защите конкуренции, такая наша 10-я пресловутая статья, она, все ее знают, те, кто... работает в условиях естественной монополии, это запрет на злоупотребление доминирующим положением. И как раз все естественные монополии, они доминируют на рынке. И они не должны совершать определенные действия. Ну, в частности, отказывать в заключении договора или навязывать невыгодные условия договора. И ранее, если такие факты были, к нам поступали заявления, мы возбуждали дела по 10 статье Закона о защите конкуренции. Что это значит? Мы признаем факт нарушения, а дальше следует ответственность. По статье 14.31 Кодекса об административных правонарушениях. И там оборотный штраф. То есть это
С оборота, да. Штраф с оборота. Определенный процент, да? Вся выручка на рынке, на котором совершено правонарушение. Ой, и а деньги, от а него, деньги там немалые. Очень от него идет расчет некий, уже некий процент, вот этого штрафа. Так называемый оборотный штраф. Вот это серьезная ответственность. Но здесь с чем связано было? С длительностью процедуры. Да? К нам обращается заявитель. Он недоволен теми или иными действиями хозяйствующего субъекта. Это естественные монополии. У нас долгая процедура рассмотрения этого дела. Пока мы его возбуждаем, пока рассматриваем, пока обжалуются. А человеку-то нужно быстрое решение вопроса. А человеку нужно здесь и сейчас. Обычно здесь сейчас. Поэтому четвертый антимонопольный пакет внес, конечно, много изменений в законодательство. Очень существенных, надо сказать. И внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Статья 9.21, она была. Но она претерпела изменения таким образом, что сейчас за нарушение правил присоединения к электрическим сетям... Технологическое присоединение, технологическое присоединение к любым сетям коммунальной инфраструктуры, эта статья предусматривает сейчас ответственность именно за нарушение вот этих правил. Угу. И сейчас... То есть сейчас уже не нужно доказывать, что это нарушение антимонопольного законодательства, нам не нужно доказывать нарушение антимонопольного законодательства. Нам необходимо зафиксировать нарушение правил. В принципе, получается, процедура сильно очень убыстряется, она, если так можно сказать. Но это как на дороге. Ты ПДД нарушил, тебя сразу же тормозит, и все, сразу же тебе он дает наказание. И здесь мы сразу возбуждаем административные дела. И сразу же привлекаем к ответственности. То есть вот просто я почему спросил вот в той формулировке, да, было такое ощущение, что антимонопольная служба как бы чуть ли не выйдет из этого контроля, а так оказывается нет, наоборот, все еще так энергичнее становится. Да, намного упростилась сама процедура. Мы как бы сняли напряженность у судей, да, достаточно много у нас дел было, и они очень сложные. А здесь простая процедура, привлечение к административной ответственности. То есть правила нарушены, привлекается к ответственности. Да. Правила вот они есть, они конкретные прописаны, да, вот такие. А какие чаще всего нарушения бывают со стороны? Нарушения. И их объем, да, в настоящее время. Нарушение правил техприсоединения, они заключаются, ну, в частности, затягивание сроков направления договора. То есть, как бы, я вот как субъект, я хозяйственный субъект, обращаюсь там к вам, как, ну, предположим, к субъекту естественной монополии. С предложением заключить со мной такой-то договор, я вот там ввожу, там, условно говоря, цех, мне нужно его подсоединить к электроэнергии, там, ко всему, да? Вот, и затягивание, то есть вы долго мне не отвечаете, а я долго вам не направляю оферту. Ага. Или я вам отказываю. А долго это сколько? Ну, там есть определенные же сроки. Оговорены, да, эти сроки? Сроки оговорены, что если я отправлю, в течение 30 дней я должен получить как бы обратку, как сейчас еще говорят, обратку должен получить. Вот. А я иногда не понимаю, в чем смысл естественным монополиям затягивать. Им же нужны потребители. Я вам говорю примеры в целом по России. То есть это часто встречающиеся вещи, да? Да, это часто встречающиеся. Затем, например, навязывание невыгодных условий. Невыгодных относительно чего? Это невыгодных. Ага. Значит, все мероприятия по техприсоединению заявителям, кто заявился, да, они проводятся в пределах земельного участка. А все мероприятия, которые возложены на сетевую организацию, они должны завершиться у границы земельного участка заявителя. Следовательно, вот это очень часто встречающееся нарушение, это тогда, когда сетевая организация обязывает заявителя исполнить мероприятие за пределами участка. То есть, говоря, вот мой участок, вот как раз граница здесь есть, да? Я, предположим, хочу газ подвести. Ну да, себе, газопровод, да? Газопровод. Значит, по идее, должен я вот все свое сделать вот здесь, Все на своем участке, то, что они находится в собственности. Довести вот до этой точки, да, вот до этой точки, где до я уже точки, к ним подсоединюсь. Да. А совершенно верно. А они мне предлагают и вот это еще оплатить. Да, и часть вот этих работ тоже взять на себя. Типа, вон, смотрите, домохозяин, там вон 100 метров, вам еще надо дотянуть еще. Да, вот у нас вот здесь она, да, у нас вот точка здесь, мы к вам не потянем. Если вы хотите, то подтягивайтесь сами, да. Но на самом деле это не совсем. Но это, кстати, это нечестно. Это, кстати, с другой стороны, и тормозит газификацию, это зачастую. Да. Ну вот. И, скажем, еще затягивание сроков выполнения вот этих работ по техприсоединению. Это тоже часто встречающиеся нарушения. То есть есть предусмотрены определенные сроки для выполнения мероприятий. Да, заключается договор, все в договоре указывается. Мало того, эти все сроки определены правилами.
И как раз вот этими правилами, с которых да, мы начали. Да. И как раз за нарушение вот этих сроков тоже предусмотрена административная ответственность, той статьей, про которую я вам сказала. То есть мы дело не возбуждаем, а сразу привлекаем к административной ответственности. А много таких фактов уже? Вот именно. Такие факты есть. У нас ведь дело в том, что, вы знаете, сетевые организации вот у нас на территории Кировской области, да, я вам сразу скажу, что они стараются не нарушать. Они часто консультируются с антимонопольным органом, в частности, с нашим управлением, по поводу того, каким образом, в какой ситуации поступить, чтобы это было в рамках закона. И так. Действительно... То есть, извините, интересная такая ситуация. Ситуация. Вот мы не хотим этого мужику в огород газ проводить. Нет, как бы нам поступить, чтобы не нарушить антимонопольный закон? Да? Нет, бывает это прямое нарушение. Ну, да, бывают такие ситуации, где сама сетевая организация сомневается в правильности своих действий. Вот здесь, значит, не хватает данных для понимания, да, как да, что будет. Но не все так просто бывает в тех присоединениях, поэтому мы, конечно, рекомендуем обращаться за разъяснениями в федеральный антимонопольный орган, потому что нам право для разъяснений не дано. И бывают часто случаи, когда сетевые организации действительно туда обращаются и получают определенные разъяснения. Но если, ну, я могу привести вот пример, да, он лежит на поверхности. Газораспределительная организация, к ней обратился заявитель, да, за присоединением к газовым сетям, хотел газифицировать свой дом. Значит, газораспределительная организация направила договор, в котором установила плату в размере 970 тысяч рублей. Ну, это вот, видимо, как раз тот случай, когда от магистрального газопровода надо что-то еще тянуть, да? Да, там надо было тянуть, надо естественно. Надо было тянуть. Выполнять мероприятие надо, но в процессе рассмотрения вот этого заявления мы установили, что расстояние по прямой от заявителя до сетей газораспределения, оно не составляет столько, сколько там считали, определила да? газораспределительная организация. А что, это ошибка? Случайная, намеренная? Ну, здесь это уже как бы мы не знаем. Мы эти моменты не оцениваем, мы эту ошибку нашли и, соответственно, привлекли к ответственности газораспределительную организацию, потому что в данном случае нарушены были правила. И был договор направлен на присоединение со стоимостью в размере 156 тысяч рублей. 6 раз почувствуйте меньше. Разницу, называется, да, заметно. Ну, а вот с газом вы еще в итоге оказался. Я же такой кровожадный человек-то. Вот вы начали с того, что там были штрафы-то с оборота, да? Там были с оборота. А сейчас-то они сохранились после вот этих изменений? Сейчас... Или фиксированные? Нет, никаких? Сейчас фиксированные штрафы. За первое нарушение это от 100 до 50, до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение, это на юрлицо. За повторное нарушение от 600 тысяч до 1 000 000 рублей. Тоже нарядные штрафы. Нет, но такие. Если вы каждый раз будете нарушать, да, повторность она никуда не уходит, да, это уже 1 000 000. Но более того, для должностного лица за повтор уже предусмотрена возможность дисквалификации на срок до 3 лет. То есть он не сможет руководить, конечно, работать в этой сфере. Так что такие договоры могут, да, аукнуться. То есть тут тоже 150 тут тысяч, тут 900 почему тысяч, а штраф вам... до 1 000 000. Да, вот я и говорю, да, о том, что сетевые организации очень внимательно подходят к вопросам заключения таких договоров. И последнее время, конечно же, сокращается вот количество заявлений, которые к нам поступают, связанные именно с подключением. Но это всегда было больное очень место вот, по технологическому подключению, что к электрическим сетям, что к газосетям, так сказать. Это хорошо, что здесь есть еще вот один пример такой тоже яркий. Это было присоединение к электрическим сетям, когда нашим многодетным семьям выделили участки. Да? Когда там, в программу это вступило в силу, да. Да, там ну, выделили участки, да, они бесплатно, надо строить дом, подключаться к электросетям. И сетевая организация направляет договор многодетной семье на 900 тысяч рублей за подключение к электросетям. Там разные были, в зависимости от расстояния, от 450 да, до 900 тысяч рублей. Соответственно, поступили к нам заявления, мы их рассмотрели. Это, вы говорите, это мы общаемся с редактором да, через стекло. Мы их рассмотрели, да, мы нашли, значит, форму взаимодействия между сетевой организацией и этими гражданами. То есть другую форму взаимодействия. Все граждане подключились
за 550 рублей по льготной цене. 550 рублей без слова тысяч. 550 рублей. Отлично. Отлично. Нет, все-таки антимонопольная служба – это великая вещь. А там все просто. Последний участок или там первый участок, да, он был на расстоянии как раз 300 метров. Угу. Это территория города Кирова. А если расстояние не превышает в городе, в городской черте 300 метров, угу, подключение льготное по 550 рублей. До этого доводят остальные все. Уже остальные уже тянут дальше. Уже близко. Все ясно, понятно, ясно. Да. А как обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы? Письменное заявление, лично прийти? Ну, или вот, если на сайте можно, да, если есть такие оставить жалобы у человека, связанные к нам очень часто обращаются в электронном виде. На сайте, да? Сайт позволяет, такая форма есть. Да, там, конечно. Угу. Вообще активно обращения идут? Ну, если управление вот, скучать не дают? Да? Нет, по всем вопросам у нас, конечно, очень большое количество обращений. Мы не сидим без работы. Вот я как раз хотел узнать, давайте не скучно ли вам? Давайте я вам еще, наверное, да, может быть, озвучить для радиослушателей, да, такой момент. Значит, в сфере электроэнергетики принята целевая модель сокращения вот всех сроков техприсоединения. Это очень важно. Эта модель была принята распоряжением правительства Российской Федерации в январе 2017 года. Да, и вот окончание срока реализации этой модели – это декабрь 2017 года. Сроки техприсоединения сокращаются до 90 дней. А было? Это предельные, да, сроки как бы? Да, предельные, угу, сроки 90 дней. А было? А было выполнение самих мероприятий 4 месяца. А до этого год. Угу. Вот так. Ясно. Ну что, ясно. Ну, спасибо большое за этот интересный разговор. Мы думали, у нас сюда не о чем будет поговорить. Мы еще не все сказали. Марина Леонидовна, позвольте вас все-таки пригласить еще раз в нашу студию. Я думаю, ближе к Новому году, в декабре уже подвести итоги работы, да, деятельности управления за 2017. Не только по этим вот направлениям, уже очень много. Много тем еще можно. Там, да. Стоимость бензина можно затронуть. Да, мы только благодарны будем. У кого что болит. Да. Спасибо. У кого что болит. У кого что болит. Марина Никонова, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. На этом программа «Дневной разворот» заканчивается. Спасибо большое. До встречи. Речи в культпоходе, уважаемые слушатели, через 20 минут.